Боли и страдания понимают только те, кто их пережил. Школьные бухгалтеры прошли по тюремным коридорам, ощущая атмосферу железных решеток. Цель этого визита – предотвращение коррупции. В последнее время случаи преступлений и коррупции в образовательной сфере участились, поэтому ответственные лица решили провести экскурсию для бухгалтеров, ознакомив их с условиями жизни в тюрьме. Вход сюда непрост. Сотрудники учреждения тщательно проверяют каждого с помощью таких сканеров. Здесь могут попытаться пронести запрещенные предметы, такие как холодное оружие или наркотики. Такая строгая проверка помогает предотвратить подобные действия. Вот камера, где находятся подозреваемые. Обратите внимание на слово «подозреваемые». Это не исправительное учреждение, а временное содержание. Здесь удерживаются лица, чья вина еще не доказана в ходе следствия. Как только бухгалтеры ступили на порог, они сразу же отступили назад. Оглядывая камеру, они словно испугались. Один из бухгалтеров признался, что его охватил холодный пот, и он ощутил страх. Мы сейчас находимся во временном изоляторе. Ознакомились с условиями жизни здесь. Страх охватил нас, и мы еще больше осознали свою ответственность в своей работе. Антикоррупционное агентство с 2019 года регулярно проводит такие экскурсии для сотрудников государственных и квазигосударственных учреждений. Основная цель – предотвратить преступления. С начала года было организовано уже 5 подобных мероприятий. Основная цель – профилактика. Мы пригласили бухгалтеров, чтобы они наглядно увидели, какие последствия могут быть. Надеюсь, экскурсия окажется полезной. Мероприятие призвало бухгалтеров не допускать ошибок и не растрачивать государственный бюджет. Тюрьма с железными решетками словно говорит: ступай осторожно, иначе темный уголок станет твоей судьбой.